Друзья, привет! Времени на заставки и на дикторскую озвучку уже нет. Готовлюсь в дорогу, поэтому скажу все сам. Да, придется потерпеть мой южно-русский диалект. Речь пойдет о прошедшем конкурсе, ваших комментариях и дополнительных призах. И сразу скажу, что этим видео закрываем негодование некоторых зрителей, и больше я отвечать на эту тему не буду. И роликов по этому конкурсу тоже больше не будет. Отвечать всем нежелающим ознакомиться с условиями конкурса, причем всем одно и то же, я уже устал. И если бы не желание раздать дополнительные призы участникам, то я бы не стал выпускать и этот ролик. Понимаю, что тут виной и ошибки организации, но я говорил, что это пробный конкурс. На его основе я увижу, что нужно доработать и довести до ума, но я сомневаюсь, что даже учти я все, негатива не будет. И независимо от итогов, недовольные все равно найдутся. Начну с результатов. Друзья, по комментариям вижу, что некоторые не захотели разбираться в условиях. И просто уперлись в то, что не все участники с красивыми аквариумами вошли в десятку. Друзья, это не конкурс аквариумного дизайна. Учитывалась сумма баллов по 9 критериям. И дизайн всего лишь один из них. Это лишь максимум 2 балла из общих 12 возможных. Это все было озвучено с самого начала. Условия были общими для всех. И именно такие условия привлекли многих участников, так как не все могли похвастаться красивым дизайном. В любом случае, выводы для следующих конкурсов, уже именно дизайна, я сделал. И убедился, почему аквариумных конкурсов так мало. Не каждый готов к волне негатива, пусть и небольшой. Причем вовсе не от самих участников. На почту от участника, кстати, получаю только положительные отзывы. Понимаю, у каждого свои лидеры, это видно по комментариям. Под каждой работой отмечали, что вот он новый лидер, или вот он этот самый крутой аквариум. Но оценки сложились именно так. Результаты конкурса останутся неизменными, призерам я уже написал на почту, и от многих уже получил адреса. Остальные проверяйте почту и папку спам на всякий случай. Я решил добавить призы еще для 2 работ, не вошедших в топ-10. Точнее, будем считать, что уже вошедших. Это работа «Затерянный рай» и «Тазик с травой». Поздравляю, у вас очень красивые аквариумы. Спасибо вам за участие. Раздал бы больше призов, но нет возможности. Хотя не думаю, что такое количество призов вообще у кого-то было в непрофессиональных аквариумных конкурсах. Возвращаясь к первому месту. Для тех, кто недоволен, что Полидариум попал на первое место, скажу следующее. А вы почитайте комментарии под видео с работой участника. Море положительных отзывов. Где вы все были на момент публикации? Только 2-3 человека из 4500 посмотревших озвучили свои сомнения. Плюс я предлагал устроить опрос, принимаем работу или нет. Что мне ответили? Да пусть участвует. Считаю, что все обсудили, свое мнение я выразил. Отвечать на комменты по конкурсу, как сказал, я больше не буду. Тем более некогда будет. Как бы я не был готов к негативу, лишний раз переживать и расстраиваться мне больше не хочется. Если все еще не согласны со мной, то попробуйте провести такой конкурс самостоятельно, а потом уже поговорим. И еще раз спасибо за участие, за то, что следили за конкурсом, за то, что положительных эмоций и отзывов все же в разы больше. Всем до скорого, с наступающим Новым годом и жду ваши дизлайки и отписки.